вами, дорогие друзья, желаем вам всего самого доброго. В нашем новогоднем шоу «Белоснежный бал» Иоганна Штрауса принимали участие историческое бальное сообщество города Москвы, международный клуб бальной культуры «Олег Туа», художественный руководитель, театр бального танца «Танго Джем», художественный руководитель и хореограф-постановщик Артем Майоров. Заслуженный артист Республики Карелия Владимир Целебровский. И солистка Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Лариса Елина. Симфонический оркестр «Конкорд Оркестра», художественный руководитель «Глаз». Италия. Вел программу бала артист Санкт-Петербургского государственного театра эстрады имени Аркадия Райкина, заслуженный артист России Николай Поздеев, это я. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья, с наступающим вас Новым годом. Счастья, радости, удачи, здоровья, всяческого благополучия. И не забудьте, как сегодня в начале мы скрывали маски. Все здоровы. До свидания.